Следующий запрос от Ильгиз. 38 лет, работает в офисе, читал книги, слушал лекции, грыжи межпозвоночной, давление. 38 лет. Избавиться, да, я так понимаю, от грыж, иметь здоровый позвоночник, отсутствие головных болей, давление, медитация, упражнения, лекарства. Смотрите, Ильгиз, прекрасно то, что вы применяете, медитация, упражнения, лекарства. Я все время говорю, способы достижения цели, их множество. Для кого-то будет работать одни упражнения, для кого-то будут работать другие упражнения. Вопрос в обратной связи, а это значит, дает ли это результат, который вы ожидаете. Поэтому те медитации, те упражнения, те лекарства, есть ли у вас улучшение? Что вы делаете для того, чтобы не болела голова? Вы принимаете таблетку? Что вы делаете для того, чтобы нормализовать свое давление? Вы опять принимаете таблетку? Этот сильва подходит к исцелению. На самом деле, это мы даем и на масштабном курсе, и у нас есть отдельный курс исцеления. У нас есть техника, которую вы изучаете, техника избавления от головных болей. Вы программируете, как работает метод Сильва. Метод Сильва – это набор инструментов, техник, которые вы держите у себя в мысленном своем кармашке. И в момент, когда вам нужно, например, я только что выравнивала волосы и обожглась. Я не увидела, что плойку все-таки я включила, и я взяла за обе части и просто... Сразу же я применила технику перчаточной анестезии. Все, у меня легкое покраснение, но нету ни боли. То есть я сейчас веду эфир, мне комфортно. И точно так же с головной болью. Как только вы чувствуете, что начинает возникать головная боль, вы сразу же применяете технику. В вашем случае я бы посоветовала изучить технику избавления от головной боли, избавиться от головных болей раз и навсегда. Следующее – перейти к работе с давлением. У нас тоже в методе Сильва уже сами медитации будут снижать уровень стресса. Вы сможете применять технику стакана воды, технику трех сцен, снизить уровень давления. И вы можете перестать принимать лекарства и добиться этих результатов силой своего разума, силой своего сознания и мысли. Это возможно. В случае, если вы дадите шанс этим техникам, запрограммируете и применять так, как говорится по назначению. В методе Сильва техники тоже устроены таким образом, что мы начинаем с очень простых техник. Управление стрессом. Мы понимаем, как работает, что такое наш мозг, как он работает, что такое погружение на альфа-уровень. Следующее мы переходим к техникам управления телом. Я говорю своему телу, мне не нужны сейчас головные боли, я отменяю головные боли. Я говорю своему телу, мне сейчас нужна энергия. Мы применяем техники, это все техники. Я говорю своему телу, мы сейчас спим. Понимаете? Управление телом. И у вас начинает укрепляться связка, что силы своего разума я даю установку своему мозгу, а мой мозг дает установку моему телу, и я получаю желаемое. Окей, если я могу своим телом управлять, что дальше я могу делать? Мы переходим на уровень техник исцеления, потом мы переходим на уровень техник решения проблем, и следующий у нас заключающий уровень, который мы проходим в первые 2 месяца, это активация интуиции. Хасса Сильва говорил, не беритесь исцелить рак, если вы у себя перхоть не исцелили. Как вы можете работать, например, при помощи силы мысли? Как вы можете работать, например, при помощи силы мысли межпозвоночными грыжами, если вы принимаете от головных болей лекарства, от давления лекарства или еще что-то? Поэтому, я избавился от головных болей, перехожу на следующее. И точно так же выстроено наше обучение. Оно выстроено таким образом, чтобы... каждым новым этапом, с каждой новой техникой вера и в метод, и в себя, и в свою собственную силу и потенциал росла, росла, росла. Поможем вам избавиться, научим вас техникам, вы избавитесь от и межпозвоночных грыж.